Заседание открыл и провел председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков. В 2023 году они увеличатся на 4 миллиарда рублей. Ну, я думаю, что все мы провели уже достаточно большую работу в декабре, в январе с точки зрения там, отработки значит, безвозмездных поступлений в виде дотаций из федерального бюджета, в том числе и с фракциями, и с депутатами. Также с точки зрения заведения доп. Доходов за счет собственных доходов, которые у нас с вами пойдут на фактически дорожную деятельность. В 2023 году финансовая помощь из федерального центра выросла на 17% по сравнению с прошлым годом. Благодаря новым поступлениям в бюджет Ульяновской области общий объем доходов региона составит более 85 миллиардов рублей, расходов более 92 миллиардов рублей. Куда будут направлены данные средства, это, несомненно, наши важные приоритетные отрасли. Конечно же, это отрасль образования. Почти 905 миллионов рублей туда будет направлено. Будет реализовываться глобальная программа, связанная с антитеррористической защищенностью наших образовательных учреждений, где учатся дети. Почти 271 миллион рублей на трехлетнюю программу будет предусмотрено. Кроме того, начинается оздоровительная кампания детей, почти 200. На отрасли ЖКХ и строительства направят дополнительно почти 1 миллиард рублей. 100 миллионов потратят на оздоровление «Волги». Дополнительно профинансируют покупку жилья для детей-сирот. На эти цели направят почти 150 миллионов рублей. 250 миллионов уйдет на восстановление прав обманутых дольщиков. В этом распределении решением губернатора и правительства мы планируем дополнительно к уже имеющим средствам 155 миллионов рублей направить. И это позволит дополнительно практически 70 ребятишек приобрести жилье и расселить по исполнению нашей программы. Это начало. С губернатором обсудили перспективу на будущее в случае появления дополнительных доходов. Но это хорошее начало. На сферу здравоохранения отправят 622 миллиона рублей. Из них 309 миллионов рублей пойдет на увеличение территориальной программы, на увеличение коэффициента тарифа на неработающее население. Также финансирование будет направлено на укрепление материально-технической базы и на лекарственные препараты. 40 миллионов рублей будет направлено на льготное лекарственное обеспечение, на приобретение дополнительных медикаментов. Более 28 миллионов на закупку медицинского оборудования для укрепления первичного звена здравоохранения. И также будет выделено 20 миллионов рублей на завершение капитального ремонта поликлиники Центральной клинической медико-санитарной части. На заседании правительства одобрили проект изменений в закон об областном бюджете Ульяновской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов. Теперь документ направят на рассмотрение в законодательное собрание региона. Валентина Никонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.